разрешите спросить, является ли ваше желание вступить в законный брак взаимным, искренним и свободным? Прошу ответить жениха. Конечно, да. Другого ответа в зале регистрации и быть не может, несмотря на будний день в Ивановском ЗАГСе кипит работа. Ни фотографов, ни операторов, никакой свадебной мишуры. Таинство брака Алены и Антона нарушила наша съемочная группа. На торжество молодые позвали только родителей. После не будут устраивать банкета, отметят по-семейному, как и полагается в этот праздник. Влюбленные считают, что роскошными торжествами никого не удивишь. Захотелось запомнить этот день таким, без напускного. Этот день как бы символизирует начало новой счастливой семейной жизни. Семья, наверное, это самое главное, наверное, в жизни человека, с чего вообще вся жизнь начинается, за семьи, наверное, в которой, наверное, сначала ты рождаешься, а потом которую создаешь сам. Сегодня регистрация проходит как в стихах, в виде исключения по просьбе населения. Никаких толп праздногуляющих гостей и толкотни. Подать заявление на регистрацию в этот день можно было только отстояв живую очередь. Электронные заявки не принимали. В прошлом году в День семьи, любви и верности брак заключили 5 пар. В этом году в 3 раза больше. Мы открываем регистрацию и 8 июля, на какой бы день недели он ни приходился. В этом году у нас регистрируется 16 пар. Я хочу сказать, из года в год количество пар, которые желают зарегистрироваться именно в день, в этот праздничный день, у нас увеличивается. Июль – самый разгар свадебного сезона. Сотрудники ЗАГСа готовятся работать ударными темпами примерно до середины сентября. Только тогда волна молодоженов немного ослабнет. В Ивановском ЗАГСе в жаркие летние выходные регистрируют до 70 пар. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.